Так, темная сторона. Так, темная сторона. Опа. Вот, пожалуйста. Ну, как говорится, здравствуйте. И уже в 105-й раз сегодня, но хочу вам сказать следующее. Что? Все, кто смотрит темную сторону, те большие молодцы. Почему? Потому что поднимите себе настроение, знаете, на сколько? На целых полчаса. Ну, а я попытаюсь еще вам его разбавить, добавить. Вот, так что не скучайте, ребят, не грустите. Всем здоровья, хорошего настроения. Не забывайте, ссылочки внизу в описании. Стримлю каждый день на площадке ВАЗ-ТВ. Тоже ссылка внизу в описании. Заходите, добавляйте в избранные. Все бесплатно, все. Буду вас ждать. Велкам. Все, поехали. Без резких движений. Вот так, все. Интересно, а медведь так может стекло выдавить? Наверное, может. Есть. Нормально, все в порядке, мы пошли. Мне интересно продолжение этого видео. Ой, бля, такая девочка. Привет. Привет. А что только тело, а лицо? Ну, оно не очень. Ой, бля. По-моему, девчонка. Я не понимаю, кто так громко тревожит мои ушки нежные? Это же не техника, это же вертушка, а я же не сумасшедший, вроде бы, бля. Ты воздух попутал, брат, что ли? Я тут крайзис. На нахрен! На нахуй! И сразу хорошо стало. Плюс фобия, блядь. Тебе лечиться надо. Ну, сходи к доктору, ёлы-палы. Не в интернет, а к доктору. Знаете, вот бывает, вот кто-то вот смеется, но да, вот. А стыдно мне. Пожалуйста. Так, подождите-ка, кое-что забыл. Опа, лайкосик завез, подписочка оформлена. Ссылочку, кстати, внизу в описании. Рысь. Пиздец, кофе. Кофе, пиздец. What are you doing? I'm beating them. Beating who? Them. It's over. Every freaking time. You got in! О, Колин Виктор, write me in my chat and say me. I invite you in Romania to visit Dracula's castle. My comrade, I want to travel to Dracula castle because it's very creepy. I want to see the Dracula in night. Yes, but if he's... Me? I don't want travel to Dracula Castle. На самом деле, я бы очень хотел туда с это... Честное слово. Hi. Хорошая свадьба. Голова. Кстати, вы в курсе, что мы половину лета уже просрали? Что я сделал? Нет! Скоро будет этот. Я календарь переверну. Сентября. Потом опять перевернул. И там 2 сентября. This life is easy. А, блядь, что это было?
на нахер. Ты еще не поставил лайк? Поставил. Пожалуйста, сделай это сейчас и подпишись. Подписался. Таким образом ты поддержишь наш канал. Вот-вот, смотри, как колокольчик. Опа! Вот так вот, пожалуйста, сделай на моем канале тоже. Я тебя очень прошу. 36% последний раз смотрел. 36% без подписки смотришь. Ребята, так это, ну давайте уже этот колокольчик поднажмем, подписочку нажмем, ну несложно. Спасибо. Скоро, кстати, очень много роликов интересных вообще-то выйдет. Про Дагестан, про Эльбрус, про кухню там. Я тебя наснимал. Между прочим, у Хабиба Нурмагомедова в кафе был. Да, в Дагестане. Сходили там, сняли. Думаешь, просто так ездил, отдыхал, ничего подобного. На Эльбрусе сняли. Все, там те лайфхаки, знаешь, сколько он рассказывал. Этот, где-то еще что-то сняли, короче, ну ты понял. Кто ты, воин? Ахиллес, сын Пелея. Ахиллес. О! Это енчики! Это енотик Орео. Смотри, это Орео, это Геша, Гаша и этот, Бублик. Что не помню, происходит? Что за мутация? Ротвейлер. Пожалуйста. Лё. Я, кстати, тоже такой раз видел у меня с Котофеем моим. Чего, блядь? Как это так? Ты представляешь вообще, что кроется под... Вы ваши вот в эти клубы ходите? Вот потом вот на утро проснешься, вот будешь потом знать, куда свой этот стручок засунул. Не стыдно тебе? Сразу под кран умываться, сразу желательно прям в клубе сказать. Ой, давай, смотри, тут тебе плохо, я вижу, что тебе плохо, давай омоем этот лицо водой. Молодцы, ребята, все выдержали нахуй. Охуенно. Вот это парилка нахуй. Мне не захотелось. Что там за чайки? Тоже где-то потопы лютые. А, попався? Вот он. Слушай, они реально так бегают? У меня никогда хомяка не было. Они реально по кругу бегают? У меня только он кролик живет. Он не бегает, он спит постоянно. Реально так? Это... Можно, кстати, как она называется? Можно этот, электричество, там, проводки подсоединить. Редко бегают, курят.
Олег, я хочу колбасы. Я вызываю скорую. Зачем? Пусть докторской привезут. Давай. Нихера себе! Прикинь? Смотри, жестко гангует. Смотрите. Как они, котики морские, чи кто? Ты понял? Мам, ты вообще... Саш, на меня кусают, погляди, ведрами! Как вы, говорит, меня... Музыканты Евы. Страшно, очень страшно. Давай скинемся на бухло. Давай, ты сколько скинешь? Я 10, а ты сколько? А я 20. А это по итогу сколько у нас? 10 тысяч 20. Здравствуйте, взвесьте, пожалуйста. 300 килограмм, а что здесь? 2 килограмма мяса, которое я у вас 5 минут назад купил. Во всем мире набирает популярный жест помощи при домашнем насилии. Вам нужно показать этот жест, и тогда помощь незамедлительно к вам придет. Задолбала. Камазик, ты прибавил бы, а то за собой колонну забрал в 3 километра. Ну куда же мне прибавлять-то? Меня и так никто не может обогнать. Фухуй! Сейчас покажу, как сделать так, чтобы яички не слипались. Берете вот так. Сука, дебил. Хорошо. Здорово, Зайва. Как это вообще? Macaroni with the chicken strips. Это уникальное изображение удивительного существа. На дракона оно не похоже, скорее это волк. Я горжусь своим бывшим, потому что после расставания он смог взять себя в руки, выучить английский, переехать в Америку, стать актером, а недавно даже вышел фильм с его участием. Ноги подними. Потом не говори, что я не помогаю. Не, ну по факту он же участвует. Поколение, а вот зумерков вот этих вот тиктокеров. От что вы за народ, а? Вот это вот... А, типа, похоже, люди в зале. Лё! Это что за тигр такой, а? Что это такое? All gonna be safe
And we're all gonna have... Я же вам забыл сказать, ребят, я же начал делать все, что я вам обещал. Вы в курсе, что я недавно же в Питере был? Hard.insta, там подпишитесь. Да, вы знаете то, что я снял американские горки, между прочим, специально ездили, сняли. Ну да, вот снял я американские горки, но посмотрел я там на вот это вот... Короче, там дальше челлендж вам будет, если что. Если протопите, это самое стрёмное дерьмо, которое я видел, понял? Которое у вас в Питере, вот этот Дивоостров, который такой шпиль, и там еще и кабинка крутится. Очень-очень страшно. Тверк, вот сейчас ролик выйдет с этим, и сразу тверк. Мы уже, между прочим, подготовили. Так что скоро. Когда рыбалочка? Рыбалочка, между прочим, недавно была на канале Васт. Прошу подписаться. Ссылочка внизу в описании. Да. Кстати, меня вот многие, знаете, спрашивают. Кто тебя спрашивает? Кто тебя смотрит? Тебя смотрит 3 человека. Заткнись. Вот. Многие спрашивают. Алексей, а где вы играете в World of Warcraft? А я знаете, что отвечаю? Бесплатный сервак. Зачем переплачивать Blizzard'ом, когда можно зайти на старый проверенный сервер Cirrus? Да, внизу в описании. Там ссылочка. Заходишь. Нас тут 1000 человек уже собралось в гильдии, между прочим. Так что заходите, да, и на ВАЗе тоже мы там стримим, чилим, сидим в игре. Игрушки разбирается. Спасибо, ребят, кто скачивает. Клиент, все абсолютно бесплатно. Спасибо. Have a great time. Блять, король интеграции, согласись. Спасибо. What ребят, the кто... Jesus Christ was that? Да, правда, спасибо, кто поддерживает, потому что это очень важно. Даже просто кто скачал, и спасибо. А, непонятно. Там закрыли. Значит, не туда. А, вот же наше задание. Алло. Опять накидался в говни. Ты живой, друг? Прошу прощения, извините, пожалуйста, какая-то... а почему я говорю в пенис? Мы знакомы? Печальная игра. Это как у Егора, понял? Значок. Алло, это служба поддержки? Да, это служба поддержки. Я хочу наебениться. Поддерживаю. Спасибо большое. Жесть, мне кажется, ну там ставь, не ставь. Если ты хороший песик, скажи гав. Да. Если ты счастливый песик, скажи гав. Да. Если ты хороший песик, если ты счастливый песик, если да. ты послушный песик, скажи гав. Да. Нет, там не так. Там, если ты вонючий кролик, хлопни раз. Если ты... Сколько можно уже? Задолбали они сверлить целыми днями. Не соседи, а дерьмо. Никакой пользы от них. Не сдавайся, Людмила! От нас зависит судьба всего человечества! Слушай, ну вот это вот жиза на самом деле, потому что это вот везде, понимаешь, вот эти вот соседи, блядь, конченые, вот просто конченые, который человек-сверло, человек-перфоратор, человек-теннисный корт, вот это вот. Вот это вот. Ну ты понял. Миниатюра называется «Штора рядом с крысиной клеткой». Охуеть. Как будто термиты пожрали. Вы шо, братцы? Ой, ладно, спасибо, хорошо погуляли. А чей день рождения-то был? Свадьба. А, свадьба. А чья свадьба? Моя свадьба. Как моя? После того, как женился, пить нельзя, курить нельзя. На других баб смотреть нельзя. Не жалеешь? Жалеть тоже нельзя. А ты люби, люби, люби меня. Ку-ку-ку-ку-ку, колды нам спешат. Та-та-та-та-та-та, лучше всех. Крепче, ты обними скорее, мне станет легче. А ты... Ля, смотри какая, смотри, смотри. Черный и белый котик. Жи, не отпускай мою руку. Ой, мне кажется, они что-то все равно знают. Прижми скорей к своей груди. Смотри, как плавный.
Как щепки плавают, посмотри. Ух ты. Вот. Ты что, аферист? Ого. Охренеть. Вот, пожалуйста. Вот все металлические предметы гуляют. Слышь, брат, это не ртуть ли случаем? Плотная, да? Она, да, не давит. Не... Слушайте, я прошу прощения, но вот с детства как бы там что-то там про градусники вот говорили. Кого это никак не смущает? Я просто, ну, я так просто, знаете, я человек простой. Я просто для себя спросить. Там как у них, все хорошо вообще? Не давится совсем. Обалдеть. Вы надавите вот так? А, ну только да, только пары вредны. Ну то есть то, что они над чаном с ртутью стоят и руки там полоскают, то есть это в принципе еще и шлаки из организма, да, наверное, выводят. Сережа, слушай, что-то я забываю все время. Две полоски — это у нас кто? Адидас. Галя, да запомни ты уже раз и навсегда. Две полоски — это младший сержант. Ага. Ну что ж, Сережечка, я тебя поздравляю. Скоро у нас с тобой будет маленький младший сержант. Берите у матери телефон, а? Он реально так и не понял, как это работает? Ничего не понимаю. Вы понимаете то, что кто-то сверху, он не зря праздники придумывал. 23-е сначала идет февраля, а вот потом уже идет что? 8 марта. Поэтому, дорогие мужчины, подарок не надо заранее покупать. Вы, пожалуйста, оцените, что 23-го начало вам дарит, а потом соразмерно покупайте. То есть, ну, вы понимаете, да? Она тебе носки, а ты и чулки. Она тебе пену для бритья, а ты эту, новые лезвия на бритву. А что? 14 февраля — день всех влюбленных. 14 февраля — день, международный день гомос... Не праздную, короче, я этот день, если что, да. Вы не могли бы освободить мне мое место? Лё! Да? Лё! Лё, это... Лё, почему тебя показывают опять? Ну, мне долго ждать. Да. О, все, сейчас оттарабаним. Ну что, охрану позвать сейчас? Да. Мужик... Сейчас гулял. Они палец могут. А там мужик, собаки, палки кидают. Хоть бы мне кто-нибудь палку кинул. Я тебе говорил, дорогая, надо было за Алешку держаться, а не ходить потом реветь в 35 лет, кто бы тебе палку кинул. Все, до свидания. Поезд ушел, все. Прощай. Наша встреча с вашей. Эй! Ох, бля, меня мать бы кончила сразу же. Просто сразу же. Если бы она вот так вот котик увидел, как у нее поднимается по занавеске. Вот, кстати, раньше было намного вкуснее вот этот вот Орион Чокопай. А знаешь, чего еще было вкусное? Знаешь, чего? Я тебе сейчас скажу. Этот Wagon Wheels такая была штучка тоже. Блин, она раньше была очень-очень-очень, кстати, вкусная. Ага, блин. А сейчас какая-то хрень какая-то вообще непонятная, вот если честно. Раньше там такая железочка в центре была. Ну как бы... Нет, а на чем я еще могу остановить? Ну как бы гениальный останавливает все на гениальном. Но... Второй раз не считается. Сидоров, почему работу не сделал? Ну потому что. В смысле, потому что... Конкретно... Может, вас это не ебет? Ты как, блядь, с начальством разговариваешь? Да потому что перчаток нету. А меня это ебет? Ну, а я о чем? Господи. Ну, это просто фантастический аромат. Медово-барбарисовый. Акация. Как же я люблю тебя. Откровение природы.
гениталии природы. Экстаз природы. Как быть счастливой с мужчиной, у которого нет денег? Для того, чтобы быть счастливой рядом с мужчиной, у которого нет денег, надо быть в коме, блядь, ну по-другому вообще никак. Ничего подобного. Главное, что... Не фоткаю, не выкладываю. Главное, чтоб любил. Я так считаю. А деньги, это, знаешь, это уже не особо важно. Их с надписью. Ну почему я еще не замужем? Кому такое золото достанется? Да потому что я знаю почему. Я баба с ебанцу. Какие тут нахуй пироги, блядь? Я просто поаплодирую. Потому что мне кажется, что они что-то начинают понимать. Знаете, ребята, в любой пьянке нужно вовремя сказать твердое «нет». Ну вот когда тебя спрашивают, а хочешь выпить? А вы так твердо отвечаете. А почему бы и нет? На мужика! Три месяца канал бы сейчас. Поехала со мной. Пусть луна нам светит ярко, обгоняя иномарку. Я продолжу петь, я еще раз говорю, пока ты не поставишь свой лайк. Вижу девочку-бунтарку, я хотя бы рыбочку, на даже солнце. О боже. Поехала со мной. Ух ты, нифига себе, гель. 100 баллов, да, сейчас было? Поставил, уже. Поставил. Я умер. Поставил. Спасибо, ребят, за поддержку. Я вас тоже... Панамера! А что ж там будет дальше? Наверное, ламба! Что за звуки странные? Бруно, Ричи, что вы здесь делаете? Бруно? Бруно, ты что, писаешь? Ладно, не буду вам мешать. Чего? Стоял, интересно, чем я не знаю, как вот эту пипку открывать. Помогите мне ее открыть, пожалуйста. Я всяко уже продавливала. Вот всяко я ее продавливаю. Я уже сильно ее давлю. Она не давится. Попала! А в такую собаку, кстати, рекомендую всем потыкать. Знаете, почему в голливудских потом фильмах полок, все молятся там перед едой? Там никто не уверен в кулинарных способностях своей жены. Итак, закрепляем пройденный материал. Понял? Понял. Понял. Все, поехали. Левая тёлка подписалась на тебя в инсте. Удалить, заблокировать, все. А если пакеты попросят донести? Сама неси, шалава, Стоишь в очереди, она смотрит на тебя и улыбается. Улыбу давишь. Ой, видала? Хорошо. Так. Ой, я у вас тут телефон свой забыла. О, вам как раз звонил один раз любимый. Ой, сейчас я ему перезвоню. И 10 раз муж звонил еще. Господи, а этому козлу что нужно? Что они делают? А что это такое, мужики? Какие-нибудь догадки есть? А что это за хрень? Подожди, единственная догадка — это какие-нибудь шишки сбивать только могут. Или ветки, или шишки. Да я, у меня телефон другой, не дома, блядь. Я не дома, он дома, телефон, ебаный, давай. Хорошо, у меня обычное. Да и гостей я не так часто у нас дома. Акуникинин, кукуникинин, хурбуларым да ба.
Готовы? Готовы? Сейчас разрывная будет. Готовы? Чувак в чате пишет. Кто носит форму Adidas? А это Nike, ёпта! Тому любая баба даст. Вопросы есть, вопросов нет. Соси колено. Обидно, да? Либо они, да, были сломаны. Ля, свисток! У меня такой умный муж. Я ему позвонила с телефона подруги, он сказал, да, любимая. Он сразу узнал, что звоню я. По факту. Чего? Подожди, это как так? Это сколько, я не пойму, надо штукатурки-то на себя всандалить. Вы какую воду пьете? Фильтрованную, кипяченую или покупную? Я пью водку. Водка безопаснее, водка дезинфицирует, в водке много витаминов полезных содержится, а вода хуевая у нас в области, и вообще ее пить нельзя. Заметьте, ни единого слова не сказано. Мне в курсе, откуда ты? Добрый вечер. Джимми, это ты? Я как-то смотрел тоже с Адрианой Чечек. Она как раз вот любительница... Ну, как-то большие компании собираются. Душевный человек сейчас тоже стримит, девочка. Очень любит, когда большие компании собираются, особенно афроамериканцев. Я, главное, смотрю, один заходит, второй заходит, третий заходит. Я говорю, может быть, ну, какая-то подруг ждут, но нет. Праздновать начали без подруг, больше никто не пришел. Потом еще двое пришли, там есть один видеоролик там. Куда заходят, куда находят, туда и заходят. Где свободное, так скажем, не беси, пап. Еще что тебе сделать? Ты что на меня так смотришь, как будто я тебе что-то должен? Конечно, должен. Да что я тебе должен? Велик. Ага. С какой это стати вообще? Да с такой, что ты живешь со мной. И что? И то, значит, должен. Не живи со мной, значит, не будешь это должен. Это что такое за... Не надо, тетя! 70 мультов новый, не надо. За логика у тебя такая? Может быть, ты мне что-то должна за то, что ты со мной живешь? Ничего я тебе не должна. Да. Да тебе вообще должно быть за радость, что ты со мной живешь. А тебе за радость мне велик дарить. Да. Хуелик! Все. Разговор окончен.
Либо мне то, что... Ну, как бы то, что... Привет, кстати, девчонки, все, кто меня смотрит, а вас очень много. Я сейчас сделаю вот так, и вы все мне тоже сделаете так в чатике. Ну, или в комментариях, когда будете смотреть. Что-либо, допустим, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Ой, да пошли нахуй, реально, эти работы, блядь. На крипте нахуй сейчас заработаю. Все понятно. Скоро на вертолетах летать буду. Блядь, да заебали вы натряхивать нахуй. Некогда, пиздец. Закидываем 10 баксов последних. Здорово, братан. Бля, бабла поднимаю, пиздец сейчас. На Бали отвисну. Давай, 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 давай. Да на себя работаю, хули. Угу. Ламборгини, цена оптом. Ебать. Цена оптом. Какой Макдональдс. Бум, бля, поднял нахуй. У меня другая жизнь, блядь. Сколько? 2 цена, пойдет. По заграницам. На козыри гонять. Ёб твою мать, сука. Да, здорово, ебать. Чё ты говорил, там грузчики нужны куда? Зай, иди сюда. Можешь, пожалуйста, в магазин сходить, купить мне прокладку для головки двигателя? Ладно. Ты хоть знаешь, как она выглядит? Блин, а что, потом совсем дур, что ли? По-моему, нет, но мало ли, там, всякое бывает. Да все это. Вот увидишь. Телепуз. Давай, жду. Повтори, что надо купить. Прокладку от головки двигателя. Вот какая ты у меня умная, блин. Вот, хорошо, что на тебя можно положиться. Конечно. Все, давай, жду, блин, мне вот очень надо. Идет. Ну, купила? Конечно, купила. Ты мой молодец, давай. Ва. О, сила энергии гренок. Ты чё купила? Прокладку. Ты где её купила? В магнит косметики. Окей. Блин, я вот это вот тоже, кстати, не понимаю вот этой темы. Блин, там столько белья. Там... Ой, там так вообще. Там один весь где-то извалялся, второй на себя ковш, блядь, с вишней вывалил. Там столько вообще. Так все сложно вообще, забей, да. У меня с машинка с двумя барабанами. Все! Все, сука! Ой. Вот так вот, и вот так вот каждый раз, понимаешь? Каждый раз вот так вот. Слушайте, ну, на самом деле, ну, это стрим, это подлагивает, это ютап моросит. Вот этот, как он называется, я вам так скажу, что, девки, ну, раньше, помните, с тазами, с этой, как она штука-то называлась, такая, там это... Терли что-то там, жмыхали, шпыхали, там вот эти вот бабы наши кряхтели, потели, потом все это в горку куда-то перли, потом все это развешивали, ну а сейчас-то, ну хватит уже, ладно, притворяться, мы уже знаем. В реке, да, полоскали, а да, не факт, что отполоскается. Блин, ну по факту очень сложно. День стирал сегодня. Устал как собака. Да я подержу. А что ты подержишь? Да подержу, чтоб не мешало. Так я хочу сама протереть. Мне надо сзади протереть. Не надо там что, пыль что ли? Давай я помогу тебе протяну. Ну-ну. Давай. Все. А что, помощник какой? Ну да, помогаю тебе, конечно, чуточку. Очкарик, а? Вероломная крыса. Пиздец, ебалась не отомчись. Вот так стоят грузовики. Близко, плотненько, все хорошо. Вот тут стоят аккумуляторы. Самое что интересно. Как они, суки, их отсюда спиздили, это раз. А во-вторых, другая проблема. Их же как-то нужно будет сюда ставить. Прикинь, вот это западло. Охренеть. Вась, ты куда? В МЧС. А в МЧС-то зачем? Че зачем? Мы сейчас с Серегой на пузырь на рыбалке поспорили, кто дольше под водой продержится. А в МЧС-то зачем?
Чё зачем? Олимпийского призёра-то искать надо. Всем хай в этом чате, а до рублика невыносимая русский язык с вами. Я не пойму, а почему рис созревает, а... Янга, спасибо. Скажите, пожалуйста, какой цвет? Какой? Конкретно чего цвет? Сердцевины или верхней кожуры? Фиолетовый, правильно. Теперь внимательно отвечай. Херали фиолетовый-то, алло. Внимательно. Хорошо додумайся. Как вы называете этот лук? Хорошо думай. Лук, ёпта! Тот, который был в магазине, я его называю. Красный, потому что не говорится. Красный лук? Что? Я не знаю, я его называю, да. Тот, который был. Да, это фиолетовый лук. Какого хрена вы называете его красный? Спасибо. Эта фотография так получилась. Не все так плохо и печально. Просто на фотке так думаешь, так печально все. Нет, а так она везде вообще в идеальном состоянии. Там... Слышь, а что у тебя лампочка моргает? Блять. Походу, Серега опять этой хуйней своей занимается. Слышь, ты заебал уже этой хуйней здесь заниматься. Биткоины эти твои ебаные, тренинги. Найди же себе работу нормальную. Ладно, извини. Мудак, блядь. А что с лампочкой-то? Да хуй знает. Все у вас хорошо? Да, да, спасибо большое. Я хотел бы вас отблагодарить. Можно вам спасибо. На чай дать? Чего? Спасибо, да. На, возьмите. Это какой-то юмор? Нет, это реально. Это пранк, ёпта. Ай, блядь. Вы меня оставили? Да. Вы серьезно? Ну да. Я просто делаю людей счастливыми. Сегодня... Братик, слушайте, там ссылочка внизу в описании. Можно сделать еще одного стримера очень счастливым, да. Особенно, если все разом подпишутся сейчас на канал. Я прям счастлив буду. Вы прям увидите. Я следующий стрим проведу вообще счастливым. Ваш день. Спасибо большое. Вы серьезно? Ну да, да, можно. Да, забирай. Мы создали авторский паблик ВКонтакте. Есть только один паблик ВКонтакте. Вон, пацаны не соврут. Мимо проехали. Этот, да, Hard Plow Team. Там все самые интересные новости, да, туда тоже подписывайтесь. Там сейчас, кстати, как раз розыгрыш на нож из КС, который можно продать в реал, да. Так что как так, все, нормально, пойдет.